254 серия. Магадан, Владивосток. Для меня это самое тяжелое в эмоциональном плане серия. Потому что по пути был установлен обелиск, к которому я подъехал и прочитал информацию, но более подробно я расскажу об этом уже, когда автомобиль будет у обелиска.
припарковался я возле монумента, прошел к памятнику. Значит, с левой и с правой стороны фрагменты от разбившегося самолета. С правой стороны столик, где все, кто подъезжает, оставляют от себе какую-то... Что-то о себе оставляет, кто-то монеты, кто-то сигареты, кто-то там детские игрушки. Ну, я оставил монетку, оставил несколько сигарет. Значит, на обелиске установлена мемориальная доска, на которой указаны фамилии, воинские звания погибших ребят. Но меня потрясла самая нижняя строчка, на которой было написано, что третий член экипажа, штурман, выпрыгнул с парашюта, но поисковая группа, которая прибыла туда через несколько дней, найти штурмана не удалось. Это настолько меня потрясло, потому что я представил, что могло там произойти. Если посмотрите на окружающую природу, на ландшафт, вы увидите, что вот я ехал в сентябре, даже вот в такое время пройти очень сложно по местности. Очень сложно. А зимой, в ноябрь месяц, холод, снег, ну вообще шансов добраться до жилья практически не было. Это при условии, если он выпрыгнул и не получил ранения при приземлении. Уже вернувшись домой, я в интернете нашел информацию, сделал несколько скриншотов об этой трагедии. Фотографии я разместил на видео. Но судьба, которая выпала штурману, это не дай бог, конечно. Потому что пройти несколько десятков или сотен километров по снегу в лютый мороз, ну, шансов практически ноль. И плюс к этому добавить, что дикие животные представляют реальную опасность, реальную угрозу жизни. И повторю, что когда я начал в интернете искать информацию об этой трагедии, нашел, что написано про штурмана. К огромному сожалению, мои предчувствия, предсказания сбылись. Он не дошел несколько километров до Аймекона, когда его настигли эти дикие животные. Читать без содрогания невозможно этот текст, то, что написано в интернете. Комок подкатывает к горлу от чувства. Ну, невероятная тяжелая участь постигла штурмана, этого бомбардировщика. К огромному сожалению, это не единственная трагедия, которая произошла с перегонщиками самолетов. И перегоняли из Америки в Якутск, где дорабатывали, и далее отправляли уже на фронт. Таких случаев, это был не единственный случай, я вот читал, посмотрел. Тоже можете забить в поисковике Яндекса и почитать информацию вот о тех тяжелейших, труднейших, трагических временах Великой Отечественной войны. Трагедия, которая произошла с этим экипажем, это ноябрь, конец ноября 1942 года.
штурман выбросился с парашютом, пропал без вести. Жутко даже представить. Великая Отечественная война. Командир, второй пилот, похоронено здесь. А штурман пропал без вести. Люди приходят, оставляют какую-то память. Оставляют сигареты, отдельно лежат монеты, монетки. Я оставил монетку и сигарету. Сорок второй год. Покойтесь с миром, герои наши.
могу, но даже представить страшно. Без вести.
крестов. Которые погибли.
провести 70 километров и будет полпути до Якутска. Двигаюсь в сторону Якутска. Ну и вот БелАЗ все-таки это.
несколько дней ехал в Магадан, теперь из Магадана. Видеорегистратор. Как его поставить, блин? Попробуем. Будет вибрация или нет? Вроде бы помалкивает фильтр. Так. Посмотреть. Брать блики.
так, по-моему. Ладно. Вечерний просмотр. Дай бог. Молодой парень. Мне кто-то сказал, уже не помню, где он, годами или пусть мере, что трасса Мукадан построена на человеческих костях. Бликует на стекла. Знаете, так, такие чувства очень.
13 градусов плюс.